вопрос многих, как идет сбор денег, средств, ну, ребята, как люди участвуют, сколько уже приняли участие и так далее. Ребята, их оценка, потому что они уже не первый раз работают, да? Их оценка такая, что темпы, таких темпов они не видели. Вот, потому что, ну, сейчас уже под 50 миллионов собрано средства, но насколько эти 50 миллионов можно оценить, ну, если вот лазер в интернете возьмите, посмотрите, да? Ну, от 11 миллионов на лазерную установку. Да? Поэтому сколько на эти деньги можно закупить? Чего-то. Вот мы сейчас ТВЧ-установку там купили, допустим, да? Но для его работы там нужны еще чиллеры, система охлаждения, да? Для работы лазера необходимо генератор азота, компрессоры, воздухосушители и так далее, и так далее. К ним еще дополнительное оборудование, ну, по 5 миллионов надо, да, и вот поэтому... Так вопрос, а где все это будет собираться-то? Значит, явно, что, наверное, не тут. Нет. Программа предусмотрена развитие проекта, ну, с разными степенями защиты, да. Вот по первому этапу мы планируем как, что вот то оборудование, которое нужно будет для инжиниринговой компании, оно позволяет делать уже продукцию серийную, но при условии привлечения партнеров, да, это при изготовлении кооперации, потому что СУН недостаточен для вот инжиниринговой работы полностью, но для начального производства уже достаточно. Поэтому мы сейчас параллельно, помимо создания инженерной компании, мы занимаемся и подготовкой производства 318 колонок. Часть этого заказана уже штамп для изготовления электромагнитной системы. Штамп рассчитан на 150 миллионов ударов. То есть он уже оплачен, да? Да. Класс. И что это такое 150 миллионов ударов, да? Это, учитывая, что у нас 70 пластин в пакете, да, это значит, можно, ну, так, где-то 2 миллиона сделать, да. А этот штамп, он будет вот пакет уже исклепывать? Там, значит, смотрите, как, он делает, во-первых, 5 ударов в секунду. Поэтому, если посчитать там на цену 3 миллиона, да, да, допустим, вот 150 миллионов, 3 миллиона на 150 поделить, да, это сколько у нас получается на один удар, купируется там копейки, да? 100 баллов. Да, поэтому себестоимость по амортизации штампа, она переложена на продукцию, это мизер, да? Но технология какая? Сейчас сердечник не будет клепаться, потому что там будут выполнены специальные пуклевки, и просто-напросто все пластины складываются, и припрессовываются, и получается уже готовый пакет. Поэтому там уходит операция клепки. Ее не будет, заклепок не будет, шаг не будет, все будет совершенно по-другому. А как же это крепиться все будет? А там просечечки небольшие такие, да? Угу. И вот она когда заходит, и ты ее раздавливаешь, он раздавливается и фиксирует пластины в пакет. Ну так это класс, это меньше одной операции. Вот сейчас я могу показать эту технологию. Вот, например, вот этот сердечек. Вот если посмотреть, вот видите, вот поклевочки такие. А, да. Собраны, вот они. И никаких заклепок. Нифига себе. Поэтому она просто просекается, поэтому получается вот такой сердечничек собранный. О. Дешево. Это уходит 6 заклепок, 12 шайбочек и 12 клепок. Это на 6 единиц оснастки меньше получается. Я надо правильно дешево понимаю, это. А? Это тот? Нет. Слишком тяжело. А, ну да. Это слишком больше. Это мощность намного больше. Поэтому все это прорабатывается, все это работается уже в сроки приблизительно. Да. Понятно? То есть хочу уточнить, ребята, кто что-то не верит, то уже все оплачено. Уже тут еще проблема порой заключается потратить деньги. Правильно. То есть не просто взять и пойти вот на углу что-то купить, а качественное, хорошее оборудование. Ну, смотрите, тут еще не только это, тут есть в чем еще загвоздка, да? Вот есть так называемые условно-постоянные расходы, которые не зависят ни от темпов сбора денег, ни от темпов закупки оборудования, да, это что?
Это арендная плата, да? Ну, начисление на заработную плату, заработная плата, это все проедается. Да? Поэтому, ну, если мы движемся интенсивно, то на единицу выполненной работы, соответственно, меньше приходится вот этих условно-постоянных расходов. Да? Вот, поэтому все инвестиционные средства можно поделить на те, которые ликвидны, и те, которые, скажем, не ликвидны, да, безвозвратные затраты. Вот налоги, зарплата, аренда – это безвозвратно. Вот. А то, что мы вложили в оборудование, это то, что ликвидно в случае там, краха проекта, допустим, это может быть возвращено. Но для того, чтобы обезопасить вот эти деньги, да, мы предприняли следующие шаги. Мы сейчас оформили, подали заявки на ряд патентов. Во-первых, патент на изобретение, да, и патент на промышленный образец. Поэтому получается такая интереснейшая вещь, что патент, стоимость патента, который мы подали, приблизительная его оценка даже на, по грубым прикидкам, если его продать, она превышает стоимость всех привлеченных на сегодняшний день инвестиций. И вот это вот в случае, что это так называемые нематериальные активы, которые тоже ликвидны. А с учетом того, что часть денег потрачена, там вот, те же ребята, которые занимаются сбором денег, средств, этих привлечения и так далее, они же тоже не бесплатно работают. Да? И когда говорят, а вот там Семенов там деньги заработал, а вы как хотели. Вот он, Семенов, сказал, что я никогда не буду работать. А вот интересный вопрос, да, что он имел в виду и кто что под этим понял. Если мы вернемся к советским лозунгам, да, всегда писали, слава чему? Не работе, труду. Мир, труд, май. Никогда не писали работу. Чем отличается и работа от труда? И слава КПСС. И слава морякам. Крутой парень, слава. Морякам какой памяти надрывал. Поэтому труд и работа, надо понимать, отличаются. Поэтому труд – это интеллектуально. Ну да, ну то есть программисту не обязательно идти, например, каждый день на работу, он может эти формулы дома, да, сидеть. Поэтому вот не зря применяют термин «пошел на работу», да, но я тружусь. А трудиться можно дома, а работать – это значит ходить куда-то. Ходит куда-то там, да, ты работаешь. А трудиться – ты фрилансер, да, он трудится, да, но он ходит на работу. А можно еще вот про площадку, где это оборудование будет собираться? Ну, сейчас оборудование собирается здесь, вот, но не монтируется. Почему? Потому что мы сейчас ведем активную работу по оформлению заявки для вхождения в особую экономическую зону Алабыша для получения льготы, чтобы уменьшить нагрузку финансовую на инвестиции и чтобы потом с большей эффективностью они работали, да, потому что все-таки, ну, это же аренда на землю, плата, да, социальные налоги, там все налоги. Но они не отказывают, да, вам? Нет, мы должны выполнить ряд требований. Если говорить о технических аспектах проекта, мы их все удовлетворяем. Единственное, что закон об этих зонах принимался тогда, когда никто не знал ни о краудинвестинге, ни о краудфандинге, не предполагал. Так же, как и биткоин, которые не предполагались, да, криптовалюта. Точно так же и тогда писалось. Поэтому в законе предусмотрено, что подающий заявку должен иметь гарантию, гарантийное письмо от финансовых структур. Вот сейчас занимаемся решением этой проблемы тоже. Поэтому проблем-то очень много на самом деле. Их намного больше, чем видят те, которые задают вопросы везде. Да, там, что, как. Вот это, допустим, ну, да, даже вот эта процедура, как мы говорили сейчас, о защите инвестиций, да, вот, патентная, да, за защиту. Но тут же надо понимать, что мы сейчас заявку отправили, но по законодательству, что 40 лет назад было, что сейчас, да, патент выдается в течение 3 лет. Рассматривается. Поэтому вот на. Как-то не быстренько. Это прям вообще расстраивало. Не, ну а что. То есть мир компьютеров, интернета, так и. А ничего не поменялось, все так и осталось. А на полезную модель, да, там в течение года выдается. Ну, обычно полгода, да, проверили все. Поэтому в Роспатенте все так не быстренько, не быстренько даже. Вот. Но тем не менее они будут защищены. И по мере сбора мы будем подавать еще заявки уже на фирму Совелмаш для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту привлеченных инвестиций, повысить. Ну а также еще учитывая, вы смотрите, что часть ушла там зарплата, налоги, львиная доля пошла на закупку оборудования, поэтому эти деньги потрачены, они ликвидны, да? Оборудование же никуда не денется, говорят, куда-то. Ну да, железка, на есть железка.
Да, она здесь, да? И плюс это, и поэтому там говорят, а вот заберут деньги и сбегут. Ребята, а патенты остаются. Оборудование остается, станок схватил и побежал. Куда-то. Это глупо, по крайней мере. И задаются тоже вопросы. Он говорит, давайте мы вот сейчас вы нам выложите, что вы купили, что вы куда потратили. Ребят, исключительный вопрос. Это один вопрос был, мне понравился, я говорю, я за это, блин, бонусы дал бы, да? Один написал, значит, планируете ли вы провести испытания в климатической камере своего изделия? На холод и жару. Я говорю, да, только вместе с ездоком. Минус 60. Представьте, на минус 60, или плюс 120, в бане на электровелосипеде. Ну, нереально, да? Точно так же и вот... Этот... Ну, кстати, вопрос на самом деле хороший. Нет, вот автомат Калашникова, их заморозят, потом стреляют. Почему же движок, например, не заморозить и на стенд не поставить? Никто же не будет ездить. Но просто сертифицировать. Нет, так просто... Вдруг он на Чукотке окажется. Нет, ну есть условия хранения, да? А есть условия эксплуатации. Поэтому там допускается хранить при таких-то условиях, да? А эксплуатация это же несколько другое, да? Ну, у нас страна-то бескрайняя. Мне кажется, очень интересно это самое. Нет, никто при минус 50 эксплуатировать его не будет. Почему? Замерзнешь. Как ты едешь? Ну, в общем, да. Обморожение быстро получить можно. Безусловно. Обморожение даже можно при большом ветре, при плюсовой температуре получить, если влажность большая. Ну, вот дело в том, что я с одним человеком ехал с Урала на Донбасс. Я говорю, ты потеплее. А что там, мороз? Я говорю, да там плюс 5. Да, я сибиряк и так далее. Ну. Выше на аэродроме, ты ежика скрутился, говорит, что это? Я говорю, это плюс 5. Просто влажности в ветер. Да, и пока мы дошли до аэропорта, там, это советские времена были, тот дорожал, как осиновый лист. Это документация, да? Разработка, смысл разработки, это документация, по которой выполнено изделие, рабочее сертифицировано, сделано в самой очень партии, провели сертификацию и присвоили литию. Помимо конструкторской документации, там есть технологическая документация и перечень оборудования и оснастки, с помощью которой это делать, да? Можно. И вот мы возьмем и все это в открытый доступ дадим, что нужно оборудование то, пятое, десятое. Так далее. То есть вы трудитесь, да, кто-то просто, а выложите нам все, да, что надо для производства. Да, мы, дескать, посмотрим, как и у кого покупали. Тратить. Да, у кого покупали, за сколько, еще поторговаться. И контакты, пожалуйста. Да, да. Это, в принципе, продать коммерческую информацию за бесплатно, да, отдать. Поэтому я всегда объяснял, что, ребята, закончится отчетный период, да? Вот сейчас сформировали там инвестиционный фонд, там все эти доли поделили, все нормально, да, сформировали из ответственных людей, которые в этом деле понимают, ревизионную комиссию, да? И взяли проверку по итогам периода, когда вот отчеты сдали, налоговые читали, все это закрыли год, допустим, 2017. Сели и проверили. Проверили и сказали, ребята, вот это потратили, туда, вот на это ответьте. Да? И тогда можно сказать, да, вот что проверили, да, средства потрачены, в соответствии с задачами проекта, да, там, уставом, там, как-то. Ну и вопрос такой, наверное, из последних. Какие планы на ближайшее будущее? Грандиозно. Нет, сейчас в планах, да? Что? Ну, во-первых, подать заявку в Алабышу. Обязательно сформировать, да? Ну, второе, это... Ну, там место есть, вот, клочок земли? 23-24 участок. Вначале предлагали 29-й. Угу. Он не совсем подходит. 23-24. Сейчас работает группа архитектура уже. По привязке согласуем. Это их группа, да? Наша. А, ваша уже, да? Ну, проектируют как оборудование, где будет стоять, правильно? Здание. Ну, здание, да. Да, привязка, вот все это дело. Потому что здание само по себе уже даже недвижимость, да, она позволяет привлекать и кредитные ресурсы. Когда ты обладаешь этим делом, тогда можно кредитные ресурсы привлекать. Да, это еще уменьшает нагрузку на проект, да, и еще более стабильным делает. Поэтому
А там все коммуникации подведены, газ, вода, там канализация. На площадку заведено. Отлично. Да. Ну, газ там постольку-поскольку, отопление, да, там, потому что там централизовано, ТЭЦ есть. Электричество заведено, канализация, но никто не мешает поставить и бестоковую канализацию. Потому что там в основном бытовые стуки, там же технологических нет. Ну да. Особенно если роботы будут работать, ну вообще канализации не надо. Да. Ну, я вот шоурум работать будет. Я вот вижу, для себя это, ну, скажем, какое-то некое помещение, и там стоят роботы, и роботы и в конце, значит, туда же бросают. Роботы разработку не делают. Не, ну я понимаю, это уже в конце. А, нет, а потом отдельно заводы, вот под эти заводы уже в Липецке, в зоне Чаплыгина решение, юрлицо создано, да? Сейчас турка создается, это под производство, не под разработку. Совалмаш это разработка в основном. А, тут будет как бы производственная разработочная площадка, да. А там уже производственная в Липецке, да? Потому что есть ГОСТ. Ну да, тут же проще как бы, легче контролировать и работать с этой площадкой. Да, с этой площадкой, потому что... От вас там вообще, мне кажется, тут близко. Полтора или три километра совсем, да. А я там... думаю, Женя при скорости 110 км в час на велосипеде доедет за сколько? Быстро. Нет, а там интереснее всего, что там дороги там хорошие, кстати. Железнодорожная Лабышева, да? И поэтому вот трудовые ресурсы можно будет привлекать вот на ветке Москва-Ленинград. Потому что многим, даже с того Солнечногорска добраться туда, наверное, быстрее, чем с отдельных районов Зеленограда. Да, да, кстати. А особенно утром ехать со стороны Митина туда, да, там, Петровска-Разумовска, тут вообще то самое. И там станция хорошо оборудована. Ну сейчас вообще там хорошую развязку все сделали. Развязка прям, да. Там. А уж электричество там вообще просто немерено. Там все хорошо в этом отношении. Не знаю, сколько там мегаватт в этих проводах. Так там и таможенный терминал стоит, да, выделенный. И грузовой терминал выделенный. И для транспорта там же, вы видели, там развязка такая, что поэтому там само то, да. Но больше всего, конечно, привлекает то, что легкий доступ до трудовых ресурсов соответствующих и работа. Ну что ж, приятно. Спасибо, что ответили на эти наши каверзные вопросы. Всех вам благ, удачи. Если чем-то надо помочь, обращайтесь, поможем. Но я думаю, основная задача будет это все-таки объективные тесты. Покатушка. Надеемся, что мы все-таки сможем сделать и следующее, то, что говорили. Мы уже предоставили образцы для того, чтобы свои. У нас ребята сейчас просят, говорят, дайте на неделю. Мы покатаемся, мы потестим. Я говорю, ребят, ну не выше дня. Мы дадим, а сюда как? Никак, да? Поэтому приезжайте, катайтесь. Да и допилить надо до конца, я так думаю. И всякие там программки и параметры. Пилить хватает. Пилить хватает. Если бы еще кто-то батарейки пособирал, да, и шасси пособирал, чтобы только моторчик подсоединил и поехал. У меня два готовых аппарата. Прям могу батарею поставить и вам признать. Так там же проводку надо делать под Кертис. Ну, скажете, сделаем. Там контакторы, БМСки все свои надо ставить, и пауэрвочеры свои. Ну, кстати, вот Сергей, вы видели, контроллер надо делать. Он сделан уже у него программка, там все на выдается либо на планшетник, либо на мобильный телефон. Да, да, да. Да, я с ним говорил. Причем он говорит, и Bluetooth можно сделать, и. Там Bluetooth уже стоит. И провод. И провод, и. Это уже все сделано. И Wi-Fi он даже сказал. И Wi-Fi, да, там все это сделано. И тогда да, и противогоночка, но еще и сейчас разумно то, что там модулек стоял, чтобы уже постоянно знал, где будет транспорт находится. Чтобы уже было опасностью связаться с угонщиком. Оно и так ему разобраться там не так-то просто. И плюс аппараты тут достаточно заметны. Но если еще вот эти привязочки будут, то... Спасибо вам огромное за интервью. До свидания. Пока. Удачи. Удачи всем.